Так, я быстро отбегу тоже на минутку. Я тут. Танку тебе пришел, Сумон? Еще раз проверка. Еще раз собираю. Так. Сочный, давай ты будешь ориентировать РДДшников. На себя будешь ебашить звездочку. Если вдруг кто-то не понимает, от пельмени, куда от луж убегать. Ну, типа, кто понимает, особо, ну, играйте, как вам удобно. Кто не понимает, ориентируйтесь на звездочку. Из миликов. Кто у нас в прошлый раз был? Рарник, ты же шаришь, да? Типа, с какой стороны от зеленого, вот зеленый это шкаф, с какой стороны от него ты стоишь, в ту сторону ну, будешь отлетать. Или сами наблюдать. И сами, и будут. В любом случае, вы должны сами все это видеть. Первый кол бы там без ДБ. Уже надо, чтобы кто-то в чумку садился, чтобы рыбку я, ели пока. Я в чумке буду. Да, сейчас все подойдут. И проверка на готовность. Обновите там рыбу. Фласки. СС на паладинов сразу? Так, давай подумаем. Нет, сразу а не надо. Они диваны же будут кидать. Скрафтите СС и пускай лежат там уже в конце. Это самое. Дадите. Килла я осталась. Рарник, ты, короче, будешь квадратом. Путеводник, это, мелизоны. Я тебе, короче, ассисты кину. Если с квадрат спадет, там тебя будет слизень выбирать. Ты себя повесишь еще раз квадрат. Сейчас Килла подойдет и будем начинать. На пулы на кого? На пулы на морданца. На ромбик. Он танчить босса будет, я в кукле. Килай тут? Сейчас Килай подойдет. Напоминаю, там, если кто-то забыл, может, здесь новые РДДшники у нас, новые милики. Ловить колбы, это минус 100% меткости. У вас будут одни промахи. То есть ваш ДПС превращается в ноль. Это означает, когда говорят колбы скоро, это означает, надо уйти из-под босса. Стоять на максимальном рейнже от него, вот починитесь. И как только колбы поставятся и босса отведут оттуда, тогда уже подходите и бьете. У колб там радиус взрыва тоже 12 метров или 15. То есть эта колба стоит, если возле нее стоите, будете дамаг лутать, вот как я возле черепка стою, буду дамаг лутать. И если вот на таком рейнже, она стоит 15 секунд и в конце она взрывается. И взрыв откидывает, вы тоже получите дебаф на минус меткость. А если вот так стоять примерно, вот как этот мой ДКшник стоит, то взрыв вас не заденет. То есть метров больше 15 надо стоять от колб. Соответственно, профа на такое же расстояние отводишь. И милики тогда только начинаете бить. Ну и приоритет игры по слизням. Самое важное, слизни. Хилая тут? Нет? Да-да, я здесь. А то я распизделся что-то. Слизней играют все без исключения. Не играйте слизня, мы это узнаем, пиздец вам. Сразу весь шмот распылим, заберем, минус ЕП, 1000 ГП и все, вся хуйня, короче. Слизней играйте в первую очередь. После слизня уже босса бьем. Так, я, короче, в куклу залезу, сочный покидаешь омоложение с буйным ростом. И потом уже, как единиц 20 накопится, тогда уже будем пулять. Остальные маговские еду ешьте пока, чтобы много маны не тратить. Да. Все, подходите к боссу. Милики, подходите ближе к профессору. Отсюда пуляешь. Поближе подойди, Ромбик. Куда думаешь? Да, он лужи разольет первый под столом и поведешь уже тогда. На счет три готовимся пить припоты, всю хуйню. Раз, два, три. Пуляем. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, которые уничтожат весь Азерот.
лужи выбегаем. Ставим под зеленого, чуть дальше еще проведи, там дальше зеленый. К зеленому бежим, милики, вместе с профом ставь туда. Готовимся бить зеленого. Фулл ДПС по зеленому. Отбегаем от зеленого. Сбегаемся. Не доехал. Будем стопать красного, убьем потом уже. Хотя нет. Не-не, хуярьте. В конце, потому что и так ДПСа мало. Хуярьте босса. Хуярьте. Я плюну после. Сейчас будет стан. После стана, милики, ждем, пока выберет цель. Босса можете пару раз тыкнуть. Когда выберет... Смотрим, кого выбирает. Красный выбирает цель. Смотрим. Все, идем фулл рейд бить. Идем халяву захиливаем. Пельмени. Пельмени, которые из босса летают. Милики, босса никто не бьет. Кто там? Бьем красного. Все, теперь босса бьем. Колба отлично. Все, таймер колб появился. Вон до следующих 30 секунд. Все видите, надеюсь. Милики вышли. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну что вы спите? Керус, топу поднимай. Когда выпью лужи, пельмешек станешь. Пельмешек Эйкон словил. Сука, за пельменями смотрите внимательнее. Их нельзя ловить. У вас теряется каст. Вы будете кастовать по 8 секунд свои хилки. Зеленого все бьем. Пельмешек, вставай. Этот топ уреснули. Зеленого все бьем. Стоим в черепке, чтобы отлетать в сторону стола. На зеленого не бежать. Вот теперь сбегаемся к нему. К цели, к черепку. Все, добивайте. ДПС хорошо. Играем по боссу. Следующий слизень красный. Через 5 секунд будут кастовать. РДД кучнее, знаете что? Сейчас через 3 секунды пельмени РДД, смотрите, так что особо не кучкуйтесь. Милики, ждем, пока цели выберут. Красный выбирает цель, смотрим. Пельмешек РДД. Колбы секунда, милики красного пошли бить уже. Красного быстрее. Слушай, выходим. Добивайте резче красного. Чё так долго? Все, и зеленого. Ой, блядь, босса. Босса, босса бьем. К зеленому подводи. Колбы 7 секунд. Ученики висят. Быстрее отойдите. Т- этот. К зеленого идем бьете. То же самое. Постарайтесь максимально дамага внести. Так, у вас лужа. Дай не зыбку, морданец. Захиливаем. И ВБ гимн на ХП. Добивайте зеленого. А как топа сдох? И пельмени, видите, в вас прям летят. Экон, блядь, повнимательнее. Сейчас будет красный выходить. Сочный рез и топа. Сочный рез и топа. Красный, готовимся. Вставай, фулл баф по нему, щиток сразу. Быстрее вставай, топа. ДПС теряем. Пиздец, я хуею. От красного все играем. Вадикон, слизень. Пельмень слил, Экон. Поэтому надо вместе с тобой, чтобы подходить. Вот проф через 50 метров от красного. Миликам очень тяжело бегать. Води там понемножку, не стой в одном месте, как копанный. Топа, мы на тебя 2 БР проебали. К зеленому подходим. Колба 5 секунд. У профа сейчас в ногах будет колба. Сбежали. Милики, отбегаем. К РДД бежим. Вот сейчас в цель встаем. Добивайте зеленого, добьете. Быстрее, быстрее добить.
Я с жидкостью отбежали, вот это у них видите, глаз прям летит. Так, красный надо вылился. Ману сдать, стопяна. Ставьте. Помните урон? Красный объем. Фейки за хилием, дубовый прожми. Я устал, а на ману читай гимн. Я скажи, посмотри. Ирония, притон, ловите пельмени, блядь. Сейчас будет зеленый, бьем пока по профу. Отводи, колба сейчас будет. 10 секунд. Мизыпка есть. Да пока не надо. Бьем зеленого. Сбегаемся в цель. Зеленого бьем. Пельменшки летят, отойдите назад чуть-чуть. Добивайте зеленого. Давай не зыбку. Бьем профа. Хейки Вадикона ресой. Вадикон свято с ресой. Пельмешки. Короче, когда разморозимся, все обращают внимание на красного. Он под плевком, надо будет сразу Геру дать. Фулл ДПС по красному. И БРов у нас, по-моему, нету больше, да? Геру, фулл ДПС по красному. Красный убирает цель. По какой стороне? По любой. Красного все играют. Красного. Все, он ускорился. Давай, беги. Хулипал, давай массакру. Ну, зачем ты побежал от профа? Давайте ляжем, давайте заново. Вы заходите в зеленую лужу. Ложитесь, хуета это все. Только один же умер. Да как один, вон 10 человек лежит. Там не меньше лежал. 5. Но там не повезло, миликов и лужи и взорвал сразу. То много РД и перемешек, вы этого не видите, они прям летят на вас. Можно одну маленькую личную просьбу к этому? Не ловить каждый пельмень, пожалуйста. Давайте, вот смотрим полученный урон. Вот, например, танк, который морданец, ничего не словил. Ни колбы, ни пельмени. Танку ничего не словил. Ни колбы, ни пельмени. Дальше смотрим. Рарник. Вязкая гадость, пельмень словил. 19 тысяч. Это ты либо две, либо один пельмень словил. Это хуёво. ИВБ. Не словил. Вязкую гадость. Молодец. Экон. Смотрим. Профессор Мерзоцит. Вязкая гадость. 80 тысяч. Экон. Экон, блядь. Это хуёво. Внимательнее играй, пожалуйста. Иначе мы будем вайпаться, как бичи обоссанные. У нас все есть. ДПС, все есть. Там же звезду поставили. Все, тихо. Дальше. Собраться. Дальше. Дальше смотрим. Это. Вероника. Это пиздец. 60 тысяч. Это 4, 5, 6 пельменей. Это как? Вы понимаете, блядь, что вы когда ловите пельмень, у вас скорость коста становится не секунда, а 5 секунд. Или 3 секунды. Да хуя становится. Вместо 2 секунд вы 6 кастуете. За 6 секунд, сука, весь рейд вздыхает. Берите эту хуйню на заметку, чтобы, блядь, не ловил никто. Дальше. Притон. Вязкая гадость, блядь. Притон, как дела? ДПС охуенный с вязкой гадостью. Дальше. Киртл. Молодец. Нихуя не словил. Вот кто молодец, тот молодец. Пельмешек, блядь, сдох. От чего ты сдох? Уже от колбы или от чего-то. Но ничего не словил. Колбы не словил, молодец. Дальше, ирония, смотрим. Вязкая гадость, блядь, 19 тысяч, тоже два пельменя. Ирония, как дела у тебя? Ты тут? Ирония. Ну, хуёво, я думаю, а не нормально, когда ты пельмени ловишь. Этот Зубраджин молодец, пельмени не словил. Вадикон. Пельмени, Вадикон. 57 тысяч. Вадикон, ты тут? Чё за хуйня у тебя? Блядь, сочный. Пельмени, 20 тысяч, блядь. Две пельмени как минимум словил. Так, Хурюк, ничего не словил. Слеер матч. Вот Слеер маг.
не словил там пельмени. Там пара пельменей прилетела в зеленого. Это, ну, это да, но это сейчас не суть. Кто словил их, кто знает. Удушливый газ, вот халява конкретно. Удушливый газ словил минус 100% меткости. Вот сразу, со старта. Все понятно. Удушливый газ Керус словил. Пельмени не словил, молодец. Удушливый газ тоже не ловите. Дальше. Я устала. Не словила пельмени, молодец. Молодец. Имя имен. Не словил ничего, молодец. Хейки. Ничего не словил, тоже молодец. Хейки, давай это звездочкой будешь, РДД водишь. Хейки, говорить можешь? На ассист. Давай что-нибудь поярче. Что поярче? А, цвет? Имеешь в виду? Да, метку позаметнее буду. Ну давай. Давай этот, блять, треугольник. Хейки, ты тут? Пиздеть можешь в Диси? Это... Да, могу. За треугольником бегайте и слушайте голос Хейки. Сука, если сейчас в этом трай будете так же пельмени ловить, я не знаю, что с вами делать. Шкет молодец, ничего не словил. Удушливый газ словил. В колбах стоишь, слепой что ли? Шкет. Хули ты в колбах стоишь? Килая пельмени не словила, молодец. Вот, молодцы, 5 человек в рейде, 6. Остальные пиздец, я не знаю. Не все пиздец, сейчас сейвили зеленого и не успели отбежать. Проверка. Так, сейчас рыбу 10 секунд пожиру, сяду в куклу, заход идти начнем. Сука, соберитесь, этот босс несложный. Бегаем за треугольником. Бить слизней, выбегать от пельменей и все, выбегать из луж. Это пиздец, это несложно. Все, я поел, сейчас сяду в куклу. Сейчас я проверку ебанул. Аддоном чекнуть. Угу. Все нормально. Так. Я отсюда буду пулять его, потому что довольно долго бежать оттуда. От ну смотри, как хочешь. Главное, чтобы милики ДПС не теряли. И постарайся как-то при... Ну, посмотри на миликов. Им очень тяжело бегать. Они бегают 50 метров туда-сюда. Они теряют ДПС до хуища. Все, пуляй босса на счет 3. Раз, два, три. Все, поехали. Минус припот. Похуй, спасибо. Похуй, ничего страшного, похую. Сейчас посмотрим, как вы пельмени будете не ловить. Потом выпьем, когда на третьей фазе где-то в конце. Милики, выбегайте. И быстрее, пельмеш топа, нахуй. Быстрее, сука, выбегайте. Готовьтесь, ждите эту лужу, а не стойте в небо, смотрите, блядь. Посерьезнее играйте, блядь. Только пельмеши топа, а танку тоже как бы чуть-чуть тормозил, судя по его хп. Все тормозили. Давай всех, все... чтобы для справедливости. Все, это все хуеплеты, да. Бьем зеленого. Также не стопаем ничего, также будем переводить парфан, потому что время. Добивайте зеленого. Ну как первый раз, так же этот самый Керус по топе. И фулл баф по нему, каску, лапы, пристабав, всю хуйню. Красного после стана будем бить. Все бафы. Бафы пороги все готовим. Кулаки там, если кто не дал. Красного фулл ДПС. Выбирая цель, захиливаем. Имя имен захиливаем. Вон пельмени уже летят в рейд. Отошли. Вот. Вот это от пельмени вы сдохли. Килая, ИВБ, Слеер, Шрек, Киртл. Ложимся, диспельте куклу. Все, встаем спиной к боссу. В бомбы заходим. Блять, вы их не видите или что, я не могу понять? Не отбегал. Две пельмени налетели в одно место. Они летят не одну секунду. Не успела. Ребята. Это хуёво. Диван там кому-то дали? Ага. Есть масрез у тебя? Рез. Рез, у кого-то масрез есть? А там КД уже. После него Лока сразу резай.
Вон. Можешь. Имя имен Притона Ресы. У кого это спринты есть, там роги, можете вставать, прибежать. Да, ребята, я хуй знает. Старайтесь как-то посерьезнее. Эти пельмени нельзя ловить вообще, от слова совсем. Их словило сейчас 6 человек одновременно и сдохло. Это очень-очень хуево было. Локи сразу шкаф, Сумон побежит сначала места. Тыкайте на Сумон, не стойте просто так. Иронию резать. Ирония, ты тут? Он написал, что отошел. Ой, блядь. Ну бафайтесь пока. Ешьте рыбу. Ирония, ты тут? Что, сейчас будем начинать? Фулл баф даем. Если кому-то нужна замена, я готов. Кто это? Рос? Алкина. Алкина. Это Рога. Но Рос тоже в онлайне. Тут много кому нужна замена. Сейчас ваши проходки на второй план пойдут, короче. Будете ловить. Завтра будем добирать людей совсем других. Будете без проходок сидеть. Топа. Из лужи выбегай быстрее. Все милики, вас 10 человек, 9 с танком. Из луж выбегайте быстрее, лужи кидаются в случайных двух игроков. Проверка на пул. Надо ждать лужи, колбы и пельмени, надо все это ждать и отбегать от этого. А не так, как вы там, Экон, повнимательнее. Все готовы были, что-то не видел. Экон, готов? Так, я пью пока, похотаешь. Хотайте. Готовимся, припоты на счет 2, пуляем на счет 3. Раз, два, три. Отличные новости, народ. И башим. Вот смотрите, сейчас будут лужи, помните, да? Вот смотрим. Вот они налились, две в милизону. Вот это другое дело, всегда так убегайте с луж. Никто дамага не получил. Готовимся, зеленый. Свичаемся в него и фулл ДПС зеленого даем. Фулл ДПС зеленого. Черепок, от черепка в сторону стола отлетаем. От черепка в сторону стола стоим. Или в стену. Не бежать на зеленого. Сбегать. Сбегаемся, добиваем. Проф объем. Фулл ДПС по профу. Будет переводиться, красного уже после стана будем бить. Сильнее, сильнее по профу. Он сейчас еще выбежит, выберет цель. Сейчас после Идите того, от красного. Сейчас после того, как разморозится, он будет цель выбирать. Я в него плюну сразу, и все в красного играем. Кроме того, кого цель выберет он. Отбегаем от него. Смотрите, с пельменя колбы эти... С профа пельмени вылетели. Вот красного добили, молодцы. По профу играем. Видишь, где милики находятся и где проф находится. Ну я эти лучше вводил. Это, кто вводит красного, кто вводит красного, вводите это. Красного. А, это не ко мне? Красного, короче, вводите на ком красного. Побежали.
чтобы милики могли к профу возвращаться. То есть сделали круг, возвращайтесь к профу. Чтобы они продолжили его бить, а то потеря ДПС большая идет. Зеленый готовьтесь. Бьем зеленого. Там колба сейчас. О, блин. Не западал. Керус, какого хуя нахуй? Тебе пизды дать? Отбежали. Сука. Давай незыбку. Череп встал. Сука, Керус, нахуй. Ты не у босса стоишь, ты... То, что ты туда отлетел, тебе надо жопой к столу стоять. На взрыве зеленого, блядь. Сука. Сейчас будет красный, готовимся. Пельмени 2 секунды из босса вылетят. Смотрите, увидите хоть как они визуально выглядят. Всех касается. Отбежали. Красный. Фулл ДПС. Слеера захил. Вот пельмени вроде никто не стоил, молодцы. Все это просто повторяется и то же самое делаем. Слушай, выходите. Слушай, выходите быстрее. Все, красного. Все, идите, идите бейте. Уже процентов 10 остается, там дотикают доты, уже идите на профа. По профу больше ДПС. Дольше профа бить будем, 1000 слизней будет, блядь. Отбежали. Вы наши. Колбы, милики, не у профа вы сейчас, вот у зеленого стоите. Зеленого свеч. Вадикона захил. Лужа сюда летит. Зеленого быстрее добиваем. Еще взрыв будет. А нет. Отбежали. Хуярим профа. Прожимки, бурсты, всю хуйню отдаем по КД. Так, сейчас будет красный. Красного, фулл ДПС, РДД. Святоса захил. Отбежали. Отбежали. Слушай, убегайте. Пельмени, смотрите, летят вон. Вроде не стоил. Святоса хили. Добивайте быстрее. Вот, отлично, по профу. Сейчас будет зеленый. Призыв зеленого. И колбы там что-то... Скоро тоже. 15 секунд. Вот вы обновите по профу. Выводи профа. Еще рано. Ну там 5 секунд. Отбежали. Блять. Милики, к РДД бегите. С этих реснем. В черепок сбегайте сейчас. Теперь отлетаем к стене. И ВБ гим на ХП. И фулл ДПС сейчас по зеленому. Пока до черепа идет, убить его. Взорвется, все равно добивайте. Отбежали. Сочный. Добьете, сочный пелемеша. Бля. Я хуею. Это что вообще? Туда же, куда нас откинуло, еще и пельмени прилетели. Не понял. Ну я же не поймал ничего. Ложимся. Ладно, понятно. Не спойлите. Посмотри, да, урон. Вот по зеленому урон. Посмотри, по зеленому урон. Это красный догнал? Да. Да. Да там 10 человек уже, блядь, сдохло. 10-6. Не, пока зеленого били, никто не умирал. Там пельмени летели, они когда у стенки его добивали, пельмени в стенку летели. И зеленых откинул последний раз, когда они добивали его, и убило. Ничего там не убило, я же отошел спокойно и добил. Да. Я же проанонсил, отойдите, там 10%, нет, стоят АФК. Он 4 раза выбирался. Лучше один раз, чтобы один человек умер, а не 10. Ну по зеленому линканите, у кого скада есть. У меня скада нет. Так по одному смотреть долго будет. Ну что-то очень мало дает слизней урон. Но до этого нормально зеленого били. Я залагала перед сейдом. Бежим. Зависло совсем. Это потому что бой в инсте был. Там куклу добивала. Когда заходишь, и бой на инсте выкидывает с игры. Такая вот тема. Так что если кто зашел раньше времени, там перезайдите в игру. Если зависло у вас.
Халява, ДПСа мало, что-то что с тобой? Керус. Ну вот, сам понимаешь, а куда? Как? Бегать не вот этой? Как я могу выдать? Этот, Керус, а ты что отлетел от зеленого туда к стенке, к танку с профом? Он тебя выбрал в цель? Ну он возле меня появился, блядь, не знаю, я не мог двигаться, меня хуй знает. Застанило, я хотел отбежать, не получилось. Блять, когда выливается слизень? Ты понимаешь, как надо встать, чтобы отлететь к столу? Я знаю, я тебе говорю, я не мог передвигаться. Ты, я нажимал палец. Ты изначально палец. Там должен стоять, а не ждать и бить босса. Короче, вот... Появился слизень, ты уже бежишь к нему. Я не мог передвигаться. Что непонятно? Если почему ты не мог передвигаться? Почему я не ебу, я не знаю. Ебать. Когда ты не мог передвигаться? Ну вот когда слизняк ко мне, блядь, шел. Да ладно, ну, блядь. Ты мне, думаешь, Америку открыл, блядь? Когда красный шел? Какой пиздец, красный? Я хуею, нет, блядь. Когда зеленый идет, только один человек не передвигается. Для, специально для тебя. Вот, Керус, подбегай сюда. Вот иди сюда, блядь. Вот видишь зеленую метку? Где ты, Керус? Видишь зеленую метку 3D я поставил, треугольник? Алло, блядь. Килай, там заходишь? Да, я просто долго прогружаюсь, извиняюсь. Керус, ты тут? Всех миликов тут тоже я... касается. Вот смотри, показываю, блядь. Вот в зеленой метке стоит круглый такой слизень. Вот тут круглый слизень. Вопрос на миллион тысяч долларов. Где надо стоять миликам всем? Всем без исключения, где? Чтобы отлететь в сторону РДД. Вот здесь, в кружке, правильно, блядь. Миллион долларов выигрываешь. Ты отлетел или подошел вот сюда. Ты находился здесь. И почему-то слизень тебя выбрал вот здесь. Оттолкнуло. Какого хуя тебя оттолкнуло сюда, блядь? Какого хуя? Это все потому, что с какой стороны от зеленого ты встанешь, и он взрыв сделает возле человека, когда дойдет. В ту сторону ты будешь отлетать. Вот если я вот здесь встану, и он в кружок там скастовал эту хуйню и взорвался. Меня откинет вот сюда, блядь, на 20 метров. И что тогда, блядь? Я такой одинокий тут стою, блядь, милик топа или кто-нибудь там, ну, любой. Ой, ну, типа, все понятно, что милики все смотрят в ебало, ну, слизню, как бы, и отлетают к РДД. Ну, хорошо, понятно, хорошо. Как... Старайтесь, ну, просто вставать. Мне еще подбежать надо. Суманите, пожалуйста, датчиком. И это тоже всего рейда касается, там, РДД, когда вы сбегаете в черепок. Вы тоже можете управлять тем, куда вы полетите, куда ваш персонаж полетит. Просто вот сейчас взрыв был, потому что мы подбежали, и милика выбрал зеленый. И он взорвал. Не было людей, все милики там были, а зеленый взорвал первого человека, который попался у него в милике. Я только не уследил, кто там был. Я не умер. Я там был, я отлетел и не умер. Я не зыбку дал. Вы-то там от сил природы ставите? Че, Килая готова? Ну все хорошо. Мне еще рыбу поесть надо. Ешьте, ешьте. Просто я замечаю, что она в РДД не попадает. Ну а как бы и по ДПСу, я не знаю, ну блядь, беготня такая как бы, ну с меня тут я всегда мало выдавал на профи. Ну старайся, это... старайся больше научиться выдать на профи. Меньше перебежек делай. Тут, те, кто красного вводят, туда, вод... все это понятно. Ну, я понимаю, что сложно здесь за милика, но старайся улучшать этот показатель. Это каждый урон в слизня, в профа очень влияет. Так я же просто и говорю, можно сделать как? Можно просто тупо не... Принимайте готовность. Скипать, блядь, например, зеленого, либо красного, и бить дальше профа. Никто ничего не скипает, блядь. Ты не можешь бить, если он тебя выберет, и все, вайпнул рейдж-то. Никто ну, ничего не скипает. Бегать, это... Слизней бьют в приоритете. Шкет, ты тут? Короче, блядь, старайтесь. Шкет, тут пью хуйню эту. Котайте. Так, что у нас? 40 минут. Ну, трая или два, наверное, трая. И завтра продолжим. Подбегайте ближе, чтобы начать бить профа сразу. Все, на счет 3 пуляем. Раз, два, три. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал танчевые, которые уничтожат.
побежали. Вообще похуй. Зеленый, готовимся. Попробуем, стараемся посильнее играть. Зеленого ДПС. Ну, что, он мне меня въебал. Ну и где ты стоишь? Возле него. Бежали. Значит, когда он тебя объебал, и ты стоишь на месте, значит ты отбегаешь. Вы можете отбежать, чтобы он один там остался. Если он умрет, похуй. Все, добили слизня, по экону фулбаф дайте. Каску, кулак, пристабаф. Точнее, МП5. По профу сильнее играем. Вадикон, залей иннер по экону. Сейчас после стана будем красного играть. Он там уже фулл отрегенил. Я вижу, залили вдвоем, да? Хорошо. Красного фулл ДПС. Смотрите, с пельменя это... С профа пельмени сколько... Отбегите! На пельмени. Все, профа бьем. Отбежали. Так, сейчас будет зеленый. Готовимся. Отбежали. Вернулись. Давайте, фулл ДПС зеленого. Зеленого. Фулл ДПС. Дай не зыбку. Добиваем. Защильте все. Следующий красный. Пельмени 3 секунды готовимся, вылетать будет. И колбы 3 секунды. Красный РДД уже бьем. Отбежали. Колбы. Захиливаем. Сочный себя захилим. Тубовую нажми. Че это за хуйня? Ты на колбу добежал? Да. Сука. Добить красного быстрее. Этот, Керус сочного быстро леса и фулбаф по нему сразу. Сразу иннер ему дашь. Керус, ну, быстрее. Вставай. Щиток ему. Фулбаф. Каску. Лапу пристабаф. Отстойте. Зеленого. Блин, опять с колбами прихлопнул. Милики, бежим перед зеленым. Так, сейчас РДД добиваете. Холипал массакру дай. Вероника массакру дай. Добили. Отбегайте, пельмени прям в вас летят. Угу. Сейчас будет вызов красного. Колба 5 секунд. Котайте, профа. Дотайте. Красного бьем. Милики красного пошли. Кто красного водит, по колбам, сука, не бегайте. Сочный, блядь. Не зыбка откатила. Хорошо, пока не надо. Пока не надо. Хуярим. Быстрее профа бьем. Вызов зеленого скоро. Пельмени скоро 5 секунд. Готовимся. Колбы 3 секунды, милики, уже отбегаем. К зеленому подходим. Отбежали. Колба летит. Пельмень тащит. Так, зеленого хуярим. Да. Готовь незыбку. Это, сбегаемся. Сейчас да, отбегаем. Отбегаем от зеленого. И фулл ДПС по зеленому ДПС. Им.
Ирония гимноману прочитай. Профобьем пока. Так, красный. Плюнул. Красного фулл ДПС. Только смотри там, чтоб колбы. Подбежали. Колбы опять вылетели. По профу будем стопать, если еще красного добьете сейчас. Стоп, да. Стоп дамаг по профу. Сейчас будем еще зеленого убивать. Стопайте. Спасибо. Подбивай только хейки его дикон. Бежали. Хейки его дикон только подбивайте профа. Остальные в зеленого встаем. Отбегаем. Отбегаем. Сбегаемся в черепок. Пельмени, отбегите. Отойдите. Что пельмени? Проще одного резнуть. Сейчас порез. Черепа все. ДПСти в зеленого. У меня БР есть. Вызов красного идет. Сейчас. Короче, бейте красного. И профа сразу одновременно переводите с красным. И профа, и красного бейте. Вадикон и ВБ реснишь. Хейки слейер мага ресы. Профа переводите. 3 секунды. Пиздец. Охуеть. Отбежали. Фулл баф по ним даем. Плюнуть успел. Я могу рарника реснить. Да, реснишь. Сейчас, когда зеленый выберет цель, даем Геру фулл ДПС по зеленому. По левой стороне пойдем. Без разницы. Незыбка есть у тебя? Да. Зеленого фулл ДПС даем. Давай незыбку. Веди профа. Видишь, люди до тебя бегут, ты с профом стоишь. Все, стой, стой, стой на месте. Я имел в виду к миликам, чтобы они начали. Пельмени аккуратно. Три стаки. Четвертом забираю. Там колб нет. Так, первый диван. Санчи в центр. Рарник. Диван будешь по мордокану давать. Отбежали. Давай, как снимешь, скажешь, колбы отбегаем. По мордонцу может? А, да. Ну по мордонцу, блядь. Отбежали. Дал он тебе диван? Нет. Да, рарник, все. СС был по нему. Вставай. Забирать? Нет. Ты ведь СС попал, дайте срочно, сейчас она диван будет. Или по танку? По танку, конечно. Погоди. По танку давайте, СС. Притон по танку, имя имен по холипалу. Как вариант. Отбежали. Потом вперед чуть-чуть пробегите. Потом отсюда выводи. Чтоб не закрылось здесь. РДД подальше встаньте, потому что найдите вы на проходе. Меня. Да пока давай. Ты что набрать. Танку поводь, ну, давай. Да, все. Есть. Пока два стака там нормально бейте. Выводи оттуда с прохода, вас там миликов убьет сейчас всех. Выводи сейчас туда лужи, ебанет, убьет вас. Хотел после лужи. Отбежали. Вот лужа. Улетели. Выводи из луж. Обратно вернулись туда. Так, все забрал. Да похуй, не успел. Осторожно, там бомбы. Дальше. Мне еще диван кинули, но я тут что-то не вижу. Ну снимешь диван. Поснимай бафы там, ходки хиловские. Я встану. Все, я чистый. Все, бафы, фулл бафы дайте. Пока не надо ничего, пока держим. Не забыли, так, не забыли. Скажу, когда незыбку пока настакивай, я первую сам дам. Лужи отбегаем, милики отбегаем. Вторую геру давайте, да. Я на пятом стаке подержу, потом заберешь на пятом. Меня найдите.
Милики, сейчас бегайте. Это РДД уйдите отсюда. Вот колба, блять. Ладно, отбегайте возле от колбы. Так, что там, какой четвертый стак? Забирай. И незыбку давай сразу. И на ХП можете. На ХП читайте гимн, все присты. 200 тысяч добивайте. Соло для танков. Ты это специально сделал? Мега... Чтобы мы вдвоем убили. Нет, мега-бомжеубийство, блядь. Это, ну, сегодня это все. Но это очень трудно. Да, это, завтра продолжим. Не, ну тут видишь, и в ДПСик упирается. Тоже, если брать вот миликов вместо РДДшников, считай, все милики, они внизу, кроме Хрюка и Керуса. Остальные РДД, считай, здесь всю работу делают. Миликам тут тяжело на этом боссе. Это тяжелый. Ладно, только разгонятся, честно. Блять, а у вас. Сейчас я релогнусь, что-то у меня. Это. Ланотель, Синдра Лич, это уже завтра. Будем бить. Сейчас я релогнусь, что-то у меня забагался, аддон. Не линкует. Осколок показывает. Осколок. Угу, угу, сейчас. Травник бице. Вот таймер до берсы у кого-то есть? Был? Ну, мне... Не смотрела на него, если честно. Мы секунд 20 после берсы показывал по ДБМ убили. А у него есть берса? Ну, да? Вообще, есть, да, есть. Должна быть. Вот такое я не помню, сколько. Есть, она... есть. Ну, я тебе говорю, по ДБМу показывало, что мы уже секунд 20 били после берсы. Да, ДБМ. Там перефаски не считает ДБМ. Ну, тогда две перефаски было по 30 секунд. Соответственно, это получается... минус минута от вашего ДБМа. По стандарту у него что, 10? Это получается что, 11 минут, да, берса? А сколько вы били? Я не знаю. Вечность. У меня таймера не было. А в смысле, у тебя не пишет время боя в этом, в рекаунте? Может и пишет. А где это посмотреть? Знаю, открой какой-то урон там. Нет, нигде? Ну, наносимый урон, а где еще это смотреть? Ну, там типа... А, вот, во сколько смотрите, 49 стартанули, минут. Во сколько это? Пробуешь линкануть кому-то рекаунт условный. Так, защита. А, вот, 39. Мы 10 минут у вас были. Кекс, она тебе очень надо. Вот, у вас 20 секунд было до берсы. Выбор тебе нужен, да? Ну, понял, там вот ошибка, наверное, то, что ты поймал пятый стак. Типа, там нельзя было. Не, это не из-за пятого было. Там же ну, там по рейду понесся урон, типа, и уже просто не прохилили под пельменем. Да и похую, там нужно, там уже лям был, там вообще похую. Давай махнемся просто, чтоб честно было. Ну вот, время тут пишет. Так, боешная хуйня. Так мы же ролили уже. Блядь, я уже за этой колбой хожу миллион лет. Ну еще раз рольните, я хуй знаю. А кто выиграл? Я выиграл. У меня забагалось что-то. Что, ты мне одну дашь, Кекс боешку? Кекс выиграл. Кекс. Да, это можешь себе забрать. Сейчас заберу тогда. Она же дешевая, да? 19 тысяч. Это не дешевая. Ну и все, это самое завтра. Завтра идем, Лана Синдралич. Видосы есть, первый рейд как убивал. В принципе, тут разница в ДПСе, ну 1020, наверное, есть. Если никто не умрет, Лану можно захерачить. Да и Синдру тоже. На Синдре мы в тот раз в том рейде Геру не давали, в этот раз, ну завтра дадим Геру. И будет попроще. Будет, да? Будет, да? Ага, ага, все даю. Завтра 16:45 все подходите. Если будут конкретно слабые люди, там может кого-то с замены возьмем. Ну а второй рейд в понедельник будем собирать, кто не попал. Плюс фарм боешек, как бы не лишнее на гильдии. Сочный, так что хэпало за это. Заготавливай на понедельник. Я, получается, зря сидел, да? Кто? Алкина. Ну, конечно. Ну, завтра как бы это самое. Сейчас ЕП всем начислю за замену в том числе. Угу. Так ты нас пати-то возьми. Сразу кто на замене сидел? Признаки жизни дали? Я тебе это, Эрелос... Уже сколько раз? Алкина. Эрелос... Я, правда, в виде был. Я с ребра в этом сидел. Дися. Ну, короче, смотрите, завтра это самое... Будем добивать, по-любому. Так что, может быть, понадобится какой-то сильный перс по ДПСить. Я постараюсь завтра успеть. Завтра кое-какие дела есть, но я думаю, я успею. Mm-hmm.
Ну, даже если позже придешь, типа не обязательно, что сразу прям понадобится. Рарник, сколько мы боссов убили? Ну, считай, 9. Квартальный только проф считается? Да. Нет, и сауров. А, я его лично квартальным не считаю. Я его не считаю квартальным, проходится. Ну, неважно вообще, он квартальным считается или нет. Считает. Ну вот, значит, 7 плюс 2. Да, да. Так что, до завтра. Завтра будем ебашить. Видосы, значит, кто там не уверен, все, у кого фреймов рейда нет, всю эту хуйню сделайте к завтрашнему, чтобы было, чтобы вы укусы видели, кто кого укусил.